Здравствуйте, меня зовут Анна, я администратор сайта Winter Forum. Сегодня расскажу об упражнении на мяче для занятий с детьми от 3 до 5 месяцев. Это упражнение научит малыша переворачиваться. Осторожно положите ребенка на спину на мяч, скрестите ножки ребенка, держа их за голени. Мячик начнет медленно откатываться в сторону. Задержите мячика и малыша в этом положении. Ребенок попытается сам перевернуться на животе. Обязательно похвалите своего малыша. Пусть он знает, что его успехи доставляют вам огромную радость. Повторите это упражнение в другую сторону. Если малыш заплакал, новое неустойчивое положение на мяче может испугать его, так как он еще не научился полностью контролировать свое тело. Отложите занятие. Успокойте малыша. Возьмите его на руки. Попробуйте повторить через какое-то время, еще лучше на следующий день. Со временем ваш малыш привыкнет к этому упражнению и будет выполнять его с удовольствием. Сейчас я покажу, как это сделать. Ложим аккуратненько ребеночка. Осторожненько спину на мячик. Крестим немножко малыша. Ребеночек сам переворачивается на мяче. Молодец, Ксюшенька. Теперь выполним упражнение в другую сторону. Уже ребеночка на животик. Скрестили ножки ребеночка. Ребеночек переворачивается. С вами была Анна, администратор сайта Winter Forum. До свидания, до новых встреч!